Свежее, соленое, вяленое, копченое. Все это о продукте, богатом витаминами и так необходимым в рационе человека белком. Как вы уже догадались, речь идет о рыбе. Ее переработкой в Ульяновске занимаются единицы. Занять эту нишу наши герои, основатели компании «Рыбный дом», решили 10 лет назад. И не прогадали. За это время небольшой перерабатывающий цех превратился в крупное предприятие малого бизнеса. За прошлый год на площадке было выработано больше 3000 тонн продукции. Сюда входит как уже готовая соленая, копченая и вяленая рыба, так и свежемороженные стейки. Ну, не только закупаем где-то за пределами области, но и работаем с местным сырьем. У нас отличная рыба – это лещ, судак. Особая гордость работников – камера по вяленью. В закрытом пространстве рыба готовится при особой технологии, а на выходе имеет оптимальное содержание соли и влаги. А здесь с помощью датчиков задается температура, влажность. Мы и продукт проходит несколько стадий. Сначала он сушится в более агрессивной среде, чтобы удалялась влага. Далее на пульте управления меняется температурный режим, и продукт доходит. В 2015 году по программе модернизации оборудования при поддержке Министерства агропромышленного комплекса бизнесмены приобрели дефростер. С помощью подобной машины сырье может сохранить свои полезные свойства на больший срок. То есть мы не допускаем дефростарки, не проходим точку криоскопии. Даже получая замороженный продукт Дальнего Востока, мы не теряем его свойства. Сегодня над приготовлением вкусной и полезной продукции трудится 70 человек. Рыбу поставляют не только в местные торговые сети, но и в Белоруссию и Казахстан. На этом предприниматели останавливаться не собираются. В планах наращивание объемов, реконструкция склада и даже создание собственной аквафермы, чтобы использовать в производстве собственное сырье. Дарья Судова, Юрий Тимонин, новости Ульяновской правды.